В России 23 августа вспоминали особую памятную дату – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это событие стало переломным для хода Великой Отечественной войны и положило конец паритету Германии. Наступление на Курской дуге было последним со стороны немцев в хронике Великой Отечественной войны. О том, как отметили эту дату, в том числе и в областной столице, следующий материал. Тверская область вместе со всей страной отметила 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. На площади Победы в Твери состоялась торжественная церемония возложения цветов, в которой приняли участие представители власти, молодежных и волонтерских организаций. Сегодня также в Курске открывается памятник освободителям Курска, что очень значимо для нашей страны. Это показывает то, что мы все вместе, мы едины, а значит, победа будет точно за нами. Это событие прославило героических защитников нашего Отечества. Ваш доблестный боевой путь – это гордость Тверской земли и всей России. Спасибо вам за мужество, силу духа, стойкость, многолетнее участие в жизни Верхневолжья и вклад в воспитание нашей молодежи, отмечено в поздравлении от Игоря Рудени. И в первую очередь эти слова адресованы участникам битвы – Спартаку Андреевичу Сычеву и Евгению Петровичу Дурасову. Наша молодежь, наши жители активно принимают участие в возложении цветов, проводятся митинги и памятные мероприятия. В нашем городе проживает участник Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычев, который является участником тех сражений. И, конечно же, в этот день, в первую очередь, мы поздравляем тех, кто принимал участие в главном сражении Великой Отечественной войны и всех жителей. Участники мероприятия отметили, что будут помнить историю нашей страны и бережно передавать эти знания следующим поколениям.